С самого утра в городе началась праздничная развлекательная программа. Десногорцы с хорошим настроением пришли на мероприятие. Для детей были организованы веселые конкурсы и викторины. Началось все с утренней зарядки. Молодцы! Итак, раз вперед наклонимся, два назад прогнемся. Аккуратненько назад прогибаемся, спинку нашу лечим. Размявшись как следует, ребята разделились на две команды – сочный шашлычок и трудяги. Они состязались в прыжках на мячах с змейкой, бегали со скакалками и прыгали на мячах до конуса. Весело и шумно прошла детская развлекательная программа. И несмотря на то, что активность горожан в этот день была ниже средней, и праздник посетило не так много жителей и гостей, но те, кто пришли, бесспорно остались довольны. Своим хорошим настроением даже дети спешили поделиться со всеми. Сегодня праздник. Всем с праздником. День труда. Будьте здоровы, все хорошо. Чтоб у вас было все хорошо в жизни. С праздником вас. Далее перед зрителями выступили коллективы художественной самодеятельности. Открывал концертную программу обворожительный Степан Ершов. Песней «Будет светло». Также известные многим песни исполнили Олеся Ревягина, Александра Киселева, Анастасия Короткова, Андрей Дедков и Дарья Атаманова. После выступления артистов все десногорцы поздравили друг друга еще раз с праздником и пожелали всем здоровья. Чтобы у всех было здоровье, счастье, успехи. Вот. И сказать, что мир, труд, май – это наш настоящий праздник, советский, уже нынешний российский. На этой позитивной ноте завершился прекрасный солнечный первомайский день. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.